Еще одна игра в формате 5 на 3, но на этот раз времени практически не останется. Да, Кользин сейчас уже готовится выходить. Все, Кользин вышел. Но в этот момент провалил гол! Северсталь все-таки забивает в большинстве. Это гол в формате 5 на 4. И Владислав Провальнев заканчивает сухую серию юниорцев. Там буквально не хватило доли секунд, по-моему, чтобы Павел Акользин успел приехать именно на то место, откуда наносил бросок Владислав Провальнев. То есть все три обороняющихся игрока Бориса достаточно глубоко откатились к своим воротам. И передача, вот эта передача, которая прошла на Владислава Провальнева, она просто шансов никаких не оставляла.